Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире «Минск чрезвычайный», в студии Андрей Макаров, и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала текущего года в столице расчеты МЧС на пожары и загорания выезжали более 2500 раз. На пожарах погибли уже 18 человек, из них один ребенок. 33 человека, в том числе двое детей, пострадали, а вот 41 человека удалось спасти. Все подробности происшествий ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Первая половина недели прошла в городе без серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в четверг нетрезвый курильщик устроил пожар в собственной квартире на улице Никифорова. В жилой комнате однушки, расположенной на 7-м этаже 9-этажного дома, горел матрас. Прибывшие спасатели пожарные ликвидировали загорание. В результате никто не пострадал. Вот только задумается ли 35-летний виновник пожара? Ведь курение в постели, особенно когда попутно употребляется спиртное, удовольствие сомнительное. А тем более приводящее к таким печальным ЧП. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности. И из-за собственной неосторожности с огнем люди рискуют стать погорельцами. Причем нередки такие случаи, когда курит один член семьи, а в огне погибают все. Да и статистика говорит сама за себя. Более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Кстати, риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Это тот самый прибор с громким звуковым сигналом, который сообщает о появлении задымления и может предотвратить беду. С начала года 37 жителей нашей страны спаслись именно благодаря АПИ. Из этих спасенных шестеро – дети. Минск чрезвычайный. Четверг, как известно, банный день, и жителям частного дома по улице Тенистой изрядно пришлось попариться. Из-за перекала печи у хозяев горела баня. Обнаружив пожар, они тут же позвонили в 101. Когда спасатели пожарные прибыли на место вызова, кровля полыхала уже на площади в 10 квадратных метров. Огнеборцы оперативно справились с огнем. Предположительно, виновником происшествия стал нетрезвый 54-летний хозяин домовладения. Чтобы уберечь дом от пожара при эксплуатации печей, помните, ее топку необходимо прекратить не менее чем за 2 часа до того, как вы пойдете спать. Печь лучше топить 2-3 раза в день, не более 1,5 часов. Это позволит избежать ее перекала. В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. В отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее 1 раза в 2 месяца. Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару. И ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В субботу днем неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в хозяйственной постройке на улице Аэродромной. Несмотря на то, что на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, деревянная хозпостройка площадью 9 квадратных метров сгорела полностью. Виновник пожара не установлен. В воскресенье на 101 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля BMW 520. Его водитель не справился с управлением и столкнулся с мачтой уличного освещения на Партизанском проспекте. За рулем машины находился 23-летний молодой человек. В результате удара его зашало в салоне. Из искореженной машины с помощью специального инструмента пострадавшего деблокировали работники МЧС. С серьезными травмами, в крайне тяжелом состоянии, он был доставлен в больницу скорой помощи. Минск чрезвычайный. В этот же день, но уже вечером, от врачей скорой в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Независимости пенсионерка едва не сгорела заживо. Во время приготовления ужина на ней загорелась одежда. 98-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила термические ожоги шеи, туловища и правой руки 1/3 степени. Всего около 17% тела. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.